Калифорнии дорога в прямом смысле ушла под землю. Посреди шоссе зияет гигантский провал 30 метров в длину, несколько метров в глубину. В огромную яму вполне могли угодить невнимательные водители. Виной всему затяжные дожди. Только за эту неделю местами выпало 50 сантиметров осадков. И так несколько месяцев. Дорожные рабочие говорят, что потребуется несколько недель, чтобы залатать дыру. А пока она стала местной достопримечательностью, рядом с провалом фотографируются туристы.